Приветствую вас. В первую очередь вы спрашиваете о том, что делать. Честно говоря, что делать вам, я не знаю, не знаю. Ну, потому что жизнь ваша, вам, на мой взгляд, решать, как ей распоряжаться и что вам делать. Поэтому говорить о том, что вам делать, я не могу. Это первое. Второе. То, что вам сложно отказать, нет. Конечно, говорить о неуверенности в себе. И неуверенность в себе такой достаточно мощный. Хотите ли вы работать над тем, чтобы эта уверенность стала меньше, чтобы вы могли говорить нет своей маме, например, или может быть кому-то еще, я тоже не знаю. Следующий важный момент касается собственно, вашей мамы. И основной момент здесь в том, что у меня такое ощущение, как будто бы вы пытаетесь ее переделать. Ну, то есть вот берете и пытаетесь ее переделать. Берете и пытаетесь сделать вот так, чтобы она вас прямо наконец-то поняла, чтобы она вас прям наконец-то взяла и послушала и так далее. Она вот все никак не берет, все никак вас не слушает. Вот. А если честно, ну это в какой-то степени, наверное, наивно думать, что вы сможете свою маму переделать, переубедить, ну потому что у нее, очевидно, есть свои принципы, свои взгляды, свое видение, в конце концов, свои ценности, свои установки, свои представления, чувство долга, в конце концов, по отношению к вам. Вот. То есть, ситуация, вообще говоря, такая вот неоднозначна, очень неоднозначна. И что в этой ситуации, опять же, вам делать? Большой вопрос, потому что вам нужно признать, что маму вы не переделаете. Вам нужно признать, что ваша мама в любом случае останется при своем мнении. Ну вот, такой она человек, хотите вы этого или нет. Вам нужно, на мой взгляд, позволить себе быть собой. Вам нужно, на мой взгляд, позволить себе быть самим собой. То есть принять себя. Пытается у мамы получить подтверждение, как мне кажется, того, что вы хотите сделать. Если ваша мама вас по какой-то причине не принимает, то нам становится сразу плохо. Ну вот, например, для чего вам пытаться с ней договариваться? Зачем вам с ней договариваться? Ну, вот. Пока вы с ней договариваетесь, она вам и ставит палку в колеса. И любой бы человек ставил палку в колеса, потому что, извините, вы даете сами человеку подобную власть над собой. Если вы даете власть, то вы будете готовы к тому, что человек распорядится этой властью, можно сказать, самым неправильным образом, то есть самым
по отношению к вам некорректным, самым по отношению к вам невыгодным, ну и так далее. Если же вы ожидаете, что мама согласится, что стоит вам только несколько раз с ней поговорить, то есть спросите себя, какой ей резон с вами соглашаться. Это, скорее всего, не устраивает то, как сейчас все происходит. Ну вот зачем ей что-то менять? Для чего ей позволять вам менять что-то в ее жизни? Вы говорите о том, что она требует от вас определенных моментов. Вы говорите о том, что она требует, чтобы вы откладывали, да, на покупку жилья и чтобы отдавали часть денег ей. И такое ощущение, что вот это ее требование для вас не пустой звук. То есть вам важно то, что мама требует от вас. Вам важно, чтобы ее требования были удовлетворены. Но если вам важно, чтобы ее требования были удовлетворены, то вы в итоге и находитесь на том месте, том положении, в каком вы находитесь. Потому что ставите другого человека и другие цели, и другие ценности выше своих. Это не хорошо и не плохо, это просто факт, это ваш выбор. Вам это, судя по всему, не очень нравится. Но по-другому вы не поступаете. По-другому вы не действуете. Хотя, честно сказать, на мой взгляд, надо бы действовать именно вот так, потому что по-другому вряд ли у вас что-то хорошее выйдет. Ну, по крайней мере, в таком ближайшем, я бы сказал, будущем, ближайшей перспективе. Вот. То, что ваша мама для вас важна, это прекрасно, но здоровые границы в отношениях никто не отменял. Ну, мне кажется, что у вас этих здоровых границ в отношениях нет. Мне кажется, что в вашем случае место для здоровых границ в отношениях как-то вот не нашлось. Вот почему-то вот так такой вот достаточно печальный опыт у вас имеется. И мне кажется, что вам надо бы помочь из этого опыта выйти. Мне кажется, что вам надо бы помочь порвать этот порочный круг для того, чтобы обрести определенную свободу, для чего нужно доверять себе и выражать свои чувства, в том числе и довольно открыто, довольно откровенно, довольно серьезно. Вот. Вот такая история, такой момент. Следующее, на чем я хочу обратить ваше внимание. Это будет ваш, собственно говоря, текст вопроса, который я хотел бы почитать и дать некоторые комментарии. Хочу поехать на год на заработки на север, на работу, купить дом в пригороде.
Какая у вас субъективная сторона вот этого, того, что вы хотите? Меня интересует, причем именно субъективная сторона данной ситуации. То есть, ну вот вы говорите, хочу поехать на север и там заработать деньги. Казалось бы, отличная, великолепная идея. Но для чего вы хотите это сделать? Это нужно вам, это нужно вашей маме. Понимаете? То есть очень важно, очень важно вам самому для себя понять, в этом желании уехать на север и накопить на дом, что есть, какие есть чувства у вас, ваши, какие есть переживания у вас, какие есть эмоции, может быть, ожидания, может быть, есть ли у вас что-то из этого, из того, что я говорю, а может быть и нет ничего, а может быть есть, но вы как будто не замечаете. Тут нужно так или иначе, как вы понимаете, сами смотреть. И чем лучше и внимательнее вы будете к себе, тем больше вам для вас будет возможности что-то в своей жизни поменять. Мне кажется, что здесь совсем не только про то, что хотите вы. То есть, ну, я могу вам задать вопрос. Зачем вам дом? Для чего вам дом? К примеру. А для чего вам ехать на север? Почему именно такой выбор? Поехать на север, а не что-то другое. Понимаете, да? О чем идет речь? Это важно. Дальше. Мать против, чтобы я все деньги заработал и откладывал на жилье. Против и против. И это что? Требует, чтобы я ей 30-40% от дохода ежемесячно отдавал. Зачем? Почему она этого требует? Таким образом, мне не выйдет что-то отложить. Ну, я думаю, она и не хочет, чтобы вы уезжали. Я думаю, что ей хорошо, когда вы рядом. Я думаю, что ей нравится то, что вы рядом. И допустить того, чтобы вы уехали, чтобы вы оставили ее, но она не может. Вопрос, который здесь нужно себе задать, а при чем здесь вообще она? То есть, ну, жизнь, она же вроде как ваша, а живете вроде как вы. Причем здесь, извините, ваша мама. Другой вопрос, если вы считаете себя ей должным. Вот это уже совсем другая история. Потому что если вы считаете себя должным, то здесь нужно разбираться в, я бы сказал, в градациях. С одной стороны, я должен, с другой стороны, я хочу жить своей жизнью. И вот тут получается у меня определенный диссонанс, потому что сделать так, чтобы
и волки были сыты, и овцы были целы, у вас не получится. Кому-то все равно придется расплачиваться и нести ответственность за те или иные ваши действия, за те или иные ваши, ну, ваши решения, ваши выборы, вашу позицию. Вот. И если вы не готовы этого сделать сами, волей-неволей возникает вопрос. Не ждете ли вы подобного от своей мамы? Не хотите ли вы, чтобы мама за вас приняла решение и позволила вам делать так, как вам хочется? Не ждете ли вы от мамы одобрения своим действиям? И, соответственно, нет ли у вас неуверенности в своих силах, сомнений по поводу своего выбора, например, ехать на крайний север, что, кстати, нелегко. Я имею в виду нелегко, нелегко на крайний север ехать и нелегко на крайний север работать. Вот. Я не говорю, что вам этого делать не нужно, но хочу просто сказать, что выбор у вас несколько выглядит несколько экстремальным, а может быть даже и чересчур сложным. То есть вполне может быть, что не просто так вы выбираете именно, именно вот такую форму реализации того, что вам хочется. То есть, словно говоря, хочется вам, допустим, иметь свою жилплощадь. Хочется вам, чтобы у вас была своя территория. Ну, как говорится, на здоровье. Вот. Но этого можно достичь разными способами. Почему вы хотите именно через трансфер этого добиться? Я, честно говоря, не очень понимаю. Вот. То есть это выглядит как такой экстремальный, чересчур усложненный способ добиться того, что вы хотите. Может быть, специально вы себе сами того не осознавая, ставите такую достаточно трудно выполнимую цель, чтобы иметь множество препятствий к ее достижению. Вот. Чтобы иметь возможность, ссылаться на то, что не получилось. Ссылаться, например, на то, что я не могу. Вот. Ссылаться, например, на то, что я потерпел неудачу. Вот. То есть вопрос, очень важный вопрос, на мой взгляд, здесь заключается следующий. Нет ли у вас страха этой самой самостоятельной жизни? Нет ли у вас такого, что вы боитесь того, что не справитесь один? Ведь с такой достаточно строгой волевой мамой, с такой сложностью в том, чтобы говорить нет, вряд ли вы слишком сильно привыкли полагаться на свои решения. Значит, вполне вероятно, что здесь тоже могут быть определенные сложности с вашей стороны, которых вы вполне, может быть, пытаетесь избежать. Не говорю, что это плохо, я не пытаюсь сказать, что так делать нельзя и всякое такое, но просто вот говорю о том, что могут быть у вас здесь такие проблемы. Поэтому
Хотелось бы обратить ваше внимание, как минимум на вот эти вещи и как минимум на вот эти вот моменты, потому что это, на мой взгляд, важно, если вы хотите что-то в своей жизни изменить. Если вы хотите изменить в своей жизни, ну, скажем так, достаточно много. Дальше. Так, сейчас я оплачиваю, сейчас я живу с ней, оплачиваю продукты, больше сейчас коммуналка. Равно понял, что жить так нельзя, больше так жить нельзя. Ну вы же почему-то живете с ней, и вы же почему-то делаете все то, что она от вас хочет. То есть как-то вы к этому пришли, да? Мне кажется, что нужно бы спросить себя, как я к этому пришел. Мне кажется, нужно спросить себя, как я оказался в такой ситуации. Ведь вряд ли вы оказались в этой ситуации случайно. Это тоже очень важный момент. Случайно ничего, на мой взгляд, не бывает. На мой взгляд, очень много вещей, которые с человеком происходят. Происходят с ним в результате конкретных действий, конкретных решений, конкретных выборов и так далее. Только вот не всегда это, конечно же, осознается. Очень часто бывает. Так что человеку кажется, но только кажется, что все это совпадение. Вот далеко не всегда это совпадение. К счастью или к сожалению. Следующее, идем дальше. Так, я с ней пытался договориться, как. Она сказала одну мысль, она вещь сказала одну вещь, сейчас не будешь задавать мне счастье, обратно можно не возвращаться, тебе здесь рады не будут. Ну, такая вот получается форма любви вашей мамы, хорошо или плохо, я очень надеюсь, говорить не будем, хорошо это или плохо, ну потому что какой в этом смысл, какой смысл говорить, хорошо это или нет, если ваша мама выбирает действовать так, таков ее выбор, нам нужно этот выбор принять. Но также нам нужно принять, что скорее всего вас это не устраивает, вы хотите другого. И вот получается, что как будто бы вы с одной стороны не хотите расстраивать свою маму, с другой стороны, как будто вы понимаете, что ну дальше жить так нельзя. И я, кстати, с вами согласен. Согласен в том, что ну если вы считаете, что так дальше жить нельзя, ну тогда жить нельзя. Другой вопрос, что вы готовы делать для того, чтобы что-то менять и какой ценой. Вот сейчас вы например, спрашиваете, что делать. Мне кажется, что в глубине души, что делать вы знаете. Просто боитесь это признать. Ведь тогда придется принимать решение, которое, мягко говоря, вам принимать не хочется. Надеюсь, вы, на мой взгляд, сейчас этих решений избежать. Надеетесь и боитесь, что мама действительно вас не примет. Боитесь, что мама действительно вам некуда будет возвращаться. Здесь возникает такой вопрос, а можете и умеете ли вы жить для себя? Вообще есть у вас такой опыт, когда вы живете
для себя. Вот. На мой взгляд, только на мой взгляд, я думаю, что такого опыта у вас нет. Или он никогда не был, этот опыт, платным. И в таком случае, ну, ваше состояние, оно, в общем, вполне понятно, но, в общем, вполне естественно в таком случае. Вот. Но не отменяет это того факта, что вы по-прежнему можете не знать, что вам делать и как действовать дальше. Так, характер у меня еще дурацкий и сложно отказать. Наверное, я не знаю, что буду бороться за свою мечту. Безусловно, это хорошо, настрой хороший. Что дурацкий характер, не согласен, но это связано с тем, что я никакой характер в принципе дурацким не считаю. Ну, потому что характер это производный от, опять же, скажу, не очень приятную, может быть, вещь, но характер это производный от того, какие решения мы принимаем. И если вы говорите, что у вас дурацкий характер, то вполне возможно вы просто делаете не совсем то, что вам хочется. Можно ли это изменить? Можно. Сложно ли это? Нелегко, как минимум. А будут ли люди, в частности, ваша мама, сопротивляться подобным вещам? Да, будут, потому что мама хочет, чтобы вы были ее, чтобы вы принадлежали ей. И мама не хочет, чтобы вы уходили. Это не значит, что ваша мама плохая, она не плохая. У каждого человека есть свои страхи, каждый человек со своими страхами справляется по-своему, как умеет. Ваша мама справляется со своими страхами вот так. Таким образом. Контролем, подавлением и прочее. Ну, давайте мы не будем ничего за это винить. Давайте мы не будем сейчас заниматься тем, чтобы искать виноватых. Все равно не найдем. Вот. А вам действительно, как мне кажется, на самом деле, можно и нужно стараться больше внимания уделять себе, стараться больше обращать внимание на себя, больше заботиться, беспокоиться именно о себе, о своих собственных переживаниях, о своих собственных желаниях, о том, что вам нужно вот именно самому. Вот. Я думаю, примерно так. Хотя это нелегко. Это совершенно точно нелегко. Нелегко. Особенно, если вам трудно сказать нет человеку. Чем человек ближе, тем сложнее вам ему сказать нет. И чем человек ближе, тем он яснее чувствует, что вам ему сложно отказать. И тем больше у такого человека соблазн воспользоваться такой вот вашей зависимостью от него. Вот. Поэтому, если говорить о
Что делать? Чтобы что? Нужна некоторая ориентировка, я бы так сказал. То есть нужно, чтобы вы дали вот какой-то ориентир, нужно, чтобы вы сказали сами, над чем хотите поработать. Ну, а я бы сказал, что у вас есть страх быть отвергнутым своей, возможно, мамой. Вот, у вас есть неуверенность в себе. Вот, у вас есть чувство вины перед мамой. Вот, все это прорабатывается в контексте именно вот, в контексте детско-родительских отношений. Возможно, вам это тоже будет интересно и полезно и необходимо. Я порекомендовал поработать еще и с личными границами, потому что невозможность сказать нет, это больше про личные границы. И если вам сложно это делать, сложно говорить нет, то личные границы, то, что вам может помочь этот вопрос, эту проблему, если угодно, решить. Но, конечно, только при условии, если вы сами этого хотите, если вы сами этого желаете, если вы сами хотите что-то вот в своей жизни поменять, если вы сами хотите, что-то изменить в себе. Вот. Если как бы вы будете, к примеру, думать про маму, то, как бы далеко, вот, к сожалению, вы уехать не сможете. А то, что вы хотите, ваши мечты, они там могут так и остаться мечтами, к сожалению. Ну, как бы, я думаю, вряд ли это было бы приятно. Хотелось бы все-таки для вас другого. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был для вас полезен. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго. Мы будем на связи. Вот. Обращайтесь, будем рады вам помочь.